Больше 1000 военнослужащих направили в Атыраускую область. Они будут помогать с ликвидацией последствий паводков. Вспомогательные подразделения сформировали на базе воинских частей Шымкента и Тараза. Прибыли солдаты на поезде. С собой привезли около 60 единиц военной и спецтехники. В ближайшее время военнослужащих планируют направить в населенные пункты Махамбетского и Индерского районов и в село Жанат-Алап, где они будут укреплять берега водоемов.